Отряды ЮИД по всей стране отметили свой юбилей. 45 лет назад в СССР приняли положение об отрядах юных инспекторов госавтоинспекции, главная задача которых состояла в пропаганде правил дорожного движения среди детей и подростков. На счету команд нескольких поколений, тысячи проведенных акций, различных мероприятий и соревнований и не один десяток спасенных жизней. В Ненецком округе первый отряд юных инспекторов был создан в 2013 году на базе Дома детского творчества. За это время юные помощники госавтоинспекции успели провести множество занятий по правилам дорожного движения среди своих сверстников, выступить на региональных соревнованиях «Безопасное колесо», принять участие в различных акциях. Постепенно ряды юидовцев стали пополняться новыми единомышленниками. В настоящее время в образовательных организациях округа существует 11 отрядов юных инспекторов дорожного движения, в которых занимаются более 300 детей. И в этот знаменательный день хотелось поздравить от лица госавтоинспекции всех ребят, которые занимаются в отрядах ЮИД, пожелать им крепкого здоровья, успехов в учебе, познания правил дорожного движения, чтобы они были лучшими участниками дорожного движения. В рамках юбилейной даты в России стартует интернет-марафон, призывом которого стал лозунг «Я соблюдаю ПДД, соблюдай и ты». Юные инспектора приготовят призывы в социальных сетях соблюдения правил дорожного движения в формате аудио- и видеообращений с хэштегом «Безопасная страна ЮИД». Лучшие обращения будут опубликованы на официальном сайте госавтоинспекции и в официальных аккаунтах ведомства во всех социальных сетях. Дети станут главными участниками марафона, но и взрослые тоже могут присоединиться в поддержку идеи повышения безопасности на дорогах страны. Мы ЮИДовцы страны! Нашей Родине нужны! Безопасности дорожного движения верны! Нынче нам юбилей! Поздравляем всех друзей! Донецкие ЮИДовцы, давайте строить своей! Вместе мы как один за рядом уследим! В марафоне безопасности участвовать хотим! Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».